Вот бедолаги. Кто их? Все, пошли. Хочу отойти от этих тел, которые пришли. Чего? Забей. У меня мама так говорила. Thank you.
Здравствуй. Прости, я плохо различаю лица покупателей. Я думал, что мы уже знакомы, но ошибся. У факультек ни копыт, ни рогов, их трудно различать. Я Саис Рактхадвел. Факультек зовут меня Адвел. Я продаю кристаллы из своего мира. Они делают факультек быстрым. Здесь только лучшее. Ты еще придешь. Форт не любит ждать, бродяг. Тебе лучше поспешить. Поговори с Уолли, он все объяснит. Иди к старой пристани. Пока ты не поговоришь с Уолли, от тебя мало толку.
Бродяга, я тебя вижу. Это тебя ждет Форд. Хотя он и сам того не знает. Ты и так знаешь. И не знаешь. Прости, не могу сказать. Иначе все станет. Я Уоллес. Я это уже говорил, кажется, да. Видение. Прости, я и это, наверное, говорил. У тебя есть свой путь. Здесь ты сделаешь первый шаг, но все может измениться, если захочешь. Конечно, так и есть. Твой путь ждет. Скажи Брабусу и Маккейб, что тебя прислал я. У них есть то, что тебе нужно. Это следующий этап твоего пути. Увидимся, бродяга. Делывайся, бродяга. А, тот пацан, который с корнем говорит. А поконкретнее он никак не мог. Ясно. Ну что ж, пацан чокнутый, но не дурак. А снаряга у тебя... мягко говоря, не очень. Если спросят, скажи, что это я тебе. Бесплатно. Рикс мне все уши прожужжит, если я тебя к нему не пошлю, да? Ну ладно. Приветствую. Рад, что ты в порядке. Чем могу помочь? Он самый. Но все зовут меня. Кстати, мы здесь... А зачем это надо? Он не объяснил? Да, ну, если решишь. Ты уж береги себя. Боже правый, что в меня? Твою ж мать. Ты сири? Ну говори, что у вас за путь такой? Ну, теперь Форду говорю. Ага. Так что давай, Зай, тут говорят тебе. Дай гляну. Вот, пригодится в этом твоем пути. И передай Уолли, чтобы в следующий раз изъяснялся конкретнее. Ну что, мы закончили? Или мне опять браться за молоко? Я рада. Слушай, всегда зли. Давай договоримся. Если вдруг найдешь что-нибудь полезное, тащи сюда. Попробую модифицировать твое оружие. А, и не ляп.
кажется, теперь тебе все по плечу. Рад слышать. Следуй. Пахнет все так же. Раньше это был исследовательский центр, современный. Мы здесь делали то, что никому и не снилось. Ни до, ни после. Но все наши ученые умы не понимали сути этих камней. А потом... Камней? Стороне что-то было. Все случилось не сразу. Жители миров, где мы побывали, не могли последовать за нами. Мы думали, нам ничего не грозит. Вы, корень, все же проник. А потом... Ну, что было потом, все и так знают. Заперто? Вообще-то это мой дом. Идем. Я попросил Эллен кое-что припрятать на черный день. Ну уже, Эль, где твой тайник? Эту красную штуку мы называем драконьим сердцем. Наконец-то! Идем уже! Эй, посмотри-ка, что там в спичечном коробке. Вдруг что-то найдет. Помоги открыть дверь. Не хочу весь день тут маяться. Что это? Это камень мира. Точнее, осколок. Действует так же, как и сам. Thank you.